Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у вас долгожданные мои покупки. Я на самом деле за последнее время столько много всего купила, и пора вам уже это показать, как-то поделиться, потому что не все я показываю, где-то показываю что-то во влогах, но я вот собрала и решила вам все показать. Давайте начнем с детского. Я в Glory Jeans купила ему вот такую классную обувь. Вы представляете, какой пацан будет на стиле? Glory Jeans я люблю, уже говорила это во влоге, потому что цены и, в принципе, качество такое, то, что вот они растут, да, очень быстро, мне, в принципе, нравится. Они на липучечках. Здесь, кстати, я померила очень, думала, как выбрать малому, потому что я покупаю, считай, за 2 месяца где-то, а ноги быстро растут у детей. Мне сказали, возьми стелечку, да, я что-то мерила, не знала, какой брать мне, 22 или 21. Возьми стелечку, и я 21 приложила, и он прям вот так впритык был. Получается 22-й, здесь вот где-то вот так не хватает. И хорошо, когда стелечка снимается, это можно прям конкретно посмотреть. Вот. Белая подошва такая. И, конечно же, под... Сначала я увидела вот эту вот этот жилет. Он вот здесь такой мягенький, с подкладочкой. Лена увидела его и говорит, какая милота. Я говорю, ну да, надо купить, в общем-то. И мне кажется, коричненький сюда очень даже, да? Пойдет. У него есть джинсули уже в H&M мы брали, есть у него брючки тоже в Глории брали. Я думаю, что будет очень хорошо. Вот. Пацана уже надо на стиль приучать. И взяла вот такие еще носочки тоже в Глории. Не знаю, как будут носиться. Значит, здесь вот что-то меня на цветастое потянуло, хотя я люблю покупать белое или серое. Всякие мишки, всякие такие вот штуки. А еще одни носки были. Ну что такое? Еще одни носки были, короче, прям тоже там купила. Вот прям вот такой и вот такой цвет. Два цвета. Носочек и пяточка такие. Не могу найти. А, вот, да. Носочек и пяточка желтенькие. Ну это прям вот, да? Мне кажется, под них и делали. А с другой стороны серенькие такие. В общем, набрала кучу носков. Вот две пары 129 рублей. Три пары 219. Ну нормально, нормально. Вот, с ребей закончили, что такое? А, мармелада, кстати. Мармелада я взяла, у них была акция. У них была акция, за одну цену берешь 3. Ну, естественно, за самую дорогую цену берешь 3. Я выбрала вот такие сережки, мне кажется, что они, знаете, они вот такие простенькие, легенькие, что важно. Они какие-то зеркальные с двух сторон. Я вам покажу сейчас. Вот, и мне кажется, что они будут очень классно прям, и мне кажется, что они будут очень классно прям светиться. Вот если их вот так вот одеть, да, ты вот ходишь, и они прям мерцают. Хотя дешевые. Чё упало? От них ничего не упало. А то знаю я эти распродажи. В общем, я взяла это. Самые дорогие у меня получились, я сейчас скажу, вот эти, за 390. И я, то есть, заплатила за все 390. В общем, давайте вторые покажу вам. Они вот такие вот темно-серые. Здесь у нас висит внизу, а здесь вверху, а здесь палочка. Я люблю такие разные сережки. Вот. Я люблю такие разные сережки. Не знаю, мне кажется, это очень как-то стильно. Здесь так, а здесь так. И как-то обращают внимание на вот это вот такая, вроде бы как негармонично, вроде бы, да, антиправило, что-то такое. В общем, эти 290 стоили. И вот эти 290. А вот, хотя они стоят, конечно, это все 300 рублей, я вам так скажу. В общем-то, и за 390 это вообще проще простого, мне кажется, сделать. Но как бы я этим не занимаюсь, поэтому мне показалось это классно. Это такие длинные сережки. Вот, просто. То есть ничего особенного здесь нету. Вот, в начале, то есть на гвоздиках они. Ничего особенного здесь нет, просто мне кажется, когда мы оденем это, оно сплетется с нашими волосами, и такое ощущение, что эта штучка в волосах, вот так вот. И будет тоже вот так как-то мерцаться там. В общем, мне показалась это интересная идея, и я, в принципе, захотела взять вот эти. Ну и думаю, раз еще в подарок я могу выбрать двое сережек вот таких, я взяла. Кстати, еще у меня получилась скидка 50%. Почему? Потому что я пользуюсь приложением Мармелада. Там можно зарабатывать денежки, отвечая на вопросы какие-то, участвуя в вопросах, также приглашать друзей. Когда вы приглашаете друзей, и друзьям вашим капает денежка,
и вам. И когда насобираются там баллы, там в виде денежек, да, когда насобирается, вы можете делать скидку. Вот у меня там насобиралось, и получилась скидка практически 50%. То есть 200 рублей я оплатила этими баллами. Я внизу оставлю вам код свой, вы сможете скачать это приложение и написать, ну, типа, пригласил кто. Вы записываете этот код, вам придут сразу денежки, а если мне, то придет не скоро еще. Когда вы сделаете покупку первую, вот тогда только уже начнут мне приходить деньги. Но сам факт, что придут вам сразу, это же хорошо? Хорошо. Поэтому Мармелада мне этим нравится. Я давно этим приложением пользуюсь. Дальше я же хотела рассказать вам о кроссовках. О кроссовках. Хотела их оставить сначала на потом, но решила, ладно, сейчас скажу, я вас так уже заинтриговала. В общем, покупала я их Марк Кони. Я не знаю, может быть, кто-то брал там. Я так зашла случайно, находится этот магазин у нас только один в Золотом Вавилоне. И, знаете, мне понравилась моделька. Я так сначала присмотрелась на нее, да? Они кожаные внутри и снаружи. Достаточно мягкая, такая мягкая, но при этом плотная кожа, то есть не страшно. Мне понравился вот этот вот обшивочка серебряная, потому что я не люблю просто черное. Мне нужно, чтобы что-нибудь светилось, но немного светилось, и стильно это было. То есть это не какие-то там стразы налепленные, это тоже кожа, только она вот с каким-то таким принтом. Вот с таким вот принтом. Черная подошва, 37 размер у меня. В общем-то, шнуровочка. И они очень классно сидят. Мне кажется, они делают ножку еще меньше, чем она у меня есть. Хотя у меня и так 37-й, нормальный, в принципе. Но они такие аккуратненькие, что их можно носить будет и под платьице, и под все. То есть вот такие две тапоньки. Мне кажется, они, правда, очень стильно смотрятся, да? Еще мне нравится, что... То есть вот здесь этот принт, вот здесь этот принт сзади. И вот здесь вот на язычке. Вот. И они очень классно будут смотреться под мой костюм, который я вам говорила, под платье, которое я тоже недавно покупала, но платьишко дешевое. Кстати, взяла я их, они стоили 6900, по-моему, где-то, ну, в общем, около 7000. Это новая коллекция, которая пришла у них только неделю назад. И мне сделали скидку, не знаю почему, просто сделали скидку, но приятно. Скидка составила почти 1000 рублей, то есть я их купила за 5790, по-моему, то есть, ну, почти 6000. Вот, и мне кажется, что для кожи и для новой коллекции это супер. Тем более вот такого я, честно говоря, ну, не видела нигде. Мне понравилось. Вот, я покажу, как смотрится это под мой костюм, который я покупала. Давно я уже покупала, но все вам сблизи не показала, ну в доме, да, не показала. В общем, вот это платьице, это я в Глории покупала, очень дешево, распродажа, эти платьюшки вообще по 200 рублей были, поэтому я не смогла их не купить. И под эти кроссовки, мне кажется, тоже отлично будет. Сейчас примерю, покажу вам. Не знаю, скажите мне, как? Может быть, конечно, вот эти каменья не смотрятся под вот этот стиль, но мне кажется, что-то ничего может быть, да? Потом платье вот это вот мое, которое в Глории покупала, полосатенькое. Просто я сейчас хочу вам показать их, ну, уже дома, да, давно покупала. То я просто отдельное видео снимала. И вы, кстати, до конца и не знали, по-моему, какие платья я купила. А я купила именно эти платья. И второе платье вот такое. В общем, одно 300 рублей, остальные по 200. Кто-то уже бегал в Глорию и не нашел там ничего. Но мне кажется, это классные такие платьишки, которые взял, пошел, и они и фигуру подчеркивают, и все. В общем, потусуюсь сейчас вот в этих платьишках.
Вот. И что, я ничего не покупала больше? На самом деле, я, конечно, с покупками, видите, раньше снимала больше, а сейчас получается так, что я все рассовываю, и что-то вот с покупками не получилось у меня все собрать вместе. Ну вот все, что я последнее собрала, я вам показываю. Именно такие отдельные покупки. Косметику уже давно не покупаю. Вот. Так что... А, вот малому купила еще. Это я сегодня малому купила. Что-то смотрю, яркая такая игрушка, интересная. Она, кажется, открывается. То есть, ну, для маленьких, да? И она не так, что прям высовывается все отсюда, да? Вот так вот раз, не высовывается. То есть, малому надо подумать, что нужно залезть туда, что нужно достать, применить силу. И вот здесь много вот таких разных погремушек. Машинки, вертолетики. Они тоже снимаются, вот эти штучки. Они крутятся, издают какой-то звук. Она такая вся гибкая, то есть, ее можно... Это я помыла? Вода капает. Всякие, в общем, мне понравилось. И, в общем, сейчас такая лягушка. Потом вот такие есть. Да я уже ему приготовила, он еще не видел. Вот такая. В общем, все можно грызть, обратно ложить. И потом, когда малыш вырастет, это такая копилка, потому что здесь прорезь есть. Ее нужно будет сделать, и будет такая копилка, он будет туда собирать денежки. Но это когда, наверное, совсем уже постарше будет, когда будет понимать деньги. Кстати, интересно, когда ребенок уже понимает деньги. А, ничего понимает. Моя племянница 2 года, она уже: папа, дай Деню. Не Деню, да, Деню тоже Деня называют. Деню. Деню... чтобы купить там что-то, засунуть в аппарат. Вот, кстати, можно сказать: на тебе денечку, деню, на тебе деню и ложи в копилку. Вот. В общем, сейчас малый придет и будет вот так вот. Можно просто ей греметь вот так. В общем, прикольная штука, короче, купила. Всего лишь 200 рублей на классике. Все, мои хорошие, все покупки я вам показала. Надеюсь, вам понравилось, было что-то интересное, полезное. За платьями можете уже не гнаться, а вот если вам понравились кроссовки, там были еще очень много разных интересных, я вам рекомендую сходить в этот магазин и посмотреть, потому что я о нем не знала, и из всего многообразия Горизонт, Мега, Золотой Вавилон, я выбрала вот эти черные, хотя вообще-то я планировала покупать белый с серебром. Представляете, насколько они мне понравились? Все. Люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео. Лайки, подписка, кто первый раз. Пока-пока.